Приветствую вас, мои карты знают все. А допустим, рассмотрим такую ситуацию. Допустим, вы хотели бы выйти на связь, вы находитесь в ссоре, и хотели бы вы первое выйти на связь, что он будет чувствовать и что он вам не покажет. Что мужчина будет чувствовать и что он вам не покажет. Если вы первое выйдете на связь. Ха-ха. Смотрите, карта маг. Я всемогущий маг, говорит он. Я добился этого. Она вышла ко мне на связь. Я велик и могуч. Я конец моим страданиям. Я теперь не буду страдать. Она теперь будет со мной. Дьявольская страсть ее влечет ко мне. У него, кстати, тоже тут между вами дьявол. Отношения проходят по дьяволу. Что еще он будет чувствовать? Нет, говорит, я немножко поиграюсь. Видите, смотрит мужчина на кубки, которые стоят перед ним. Но отказывается от того, что ему подает небо, то есть то, что вы ему предложите. Думайте сами, стоит ли вам вообще к нему проявляться. Потому что, смотрите, во-первых, он сам вынашивает идею проявиться к вам, если вы в ссоре. Сам вынашивает идею, сам хотел бы к вам приехать. И дело в том, что вы поднимете до небес его эго, если вы проявитесь первое и можете испортить ситуацию. Мужчина тут страдает, мужчина явно такой хитренький, может быть, даже по карте Иерофант проигрывается мужчина не свободный, но который хочет свободного полета. По карте Луна мужчина несколько мутный. Вы знаете, возможно, там его держит магия, к вам у него чувства есть, но он постоянно в каких-то иллюзиях, он не может принять решение серьезного не относительно вас, не относительно другой женщины. А давайте вы кто для него, мы спросим, вы кто для него в данной ситуации. Вы для него та женщина, которая дает ему уверенность в завтрашнем дне, посланная ему небом по страшному суду, по справедливости, для того, чтобы он что-то в этой жизни сделал правильно. А он уходит от такой возможности, не принимает, юлит, крутит, и я бы даже сказала, возможно, обманывает всех. Ему хочется побыть, возможно, одному, а потом только идти навстречу, десятка чаш у нас карта, идти навстречу к вам для того, чтобы создать семью. Вот смотрите, если вы к нему проявитесь, если поторопите события, мужчина резко выйдет из ограничений, и дьявол в его голове начнет опять ему шептать ту же песню, что и раньше, понимаете? Ему нужно самому принять решение, самому принять глубокое решение. Давайте посмотрим, а что же делать вам, если вы не будете к нему проявляться, что ждать вам, вот так скажем, что ждать вам. Нет, давайте сначала, знаете, что спросим, какую ценность вы для него представляете, какую ценность вы представляете для этого мужчины, для загаданного, какую ценность? Вы знаете, мужчина учится с вами держать баланс, учится быть таким, смотрите-ка, опять десятка мечей, мужчина по вам страдает, кстати, вас тоже заставляет страдать, и ему бы хотелось бы подольше поддержать эту ситуацию в неведении, да, чтобы насладиться тем, что вы по нему страдаете. Вот смотрите, какой дерзкий, да. Вот видите, еще одна карта, уже 9 мечей. То есть он на 100% уверен, что чем дольше он будет держать паузу, тем больше вы по нему будете плакать и переживать. А он тут будет гордиться собой, какие я хороший, проявляться не будет. Очень странная ситуация, смотрите, в любом случае, проявитесь вы, да, он разгордится, у него тут нарцисс в нем распустится и, похоже, не один. Не проявитесь вы, мужчина тоже считывает вас,
с информационного поля и знать, что вы очень сильно по нему страдаете. А еще одна карта отшельника говорит о том, что ему тоже одиноко. Но пока, вы знаете, все-таки он держит марку. Двигаться будет. Мы все-таки спрашивали ценность девушки карты. Дайте, пожалуйста, мне ценность девушки, которая смотрит. Эта девушка дана ему для истинной двойка чаш. Вот какая ценность. Он это понимает всего скорее, что вы ему даны для истинной любви, для возможности наслаждаться любовью в этой жизни. Всего скорее мужчина это находится в состоянии осознания этой ситуации. Когда он это осознает, он резко будет к вам двигаться, он незамедлительно будет к вам проявляться, потому что без вас у него полная башня, полное разрушение в жизни, неважно, в каких бы он ни был отношениях. Сильное влечение к вам, вы для него сильная, манкая, такая, знаете, женщина, которая... Могла бы, как он понимает, сделать его счастливым. Единственное, что вот это вот эго, вот этот вот нарциссизм ему не дает возможности пока признаться себе в этом, да, понимаете? То есть он как-то принижает вашу ценность и пока находится на тех позициях, кто я. А на самом деле, кто ты в этих отношениях? Ну-ка. Роль, а на самом деле, кто же ты, дорогой, в этих отношениях? Скандалист. Мужчина, который сию секунду хочет все решить, и чтобы было так, как ему надо. Человек, который раскачивает эмоциональные качели. Человек, который не признает очевидных вещей. Хотел бы, но пока не в состоянии, не дорос еще, но человек, который все-таки созреет до завершения этого этапа, когда люди качаются на эмоциональных качелях и вместе не могут, и друг без друга не могут, и он понимает, что нужен мир, что нужен новый этап в ваших отношениях, нужен новый подход. Вы для него несравненная королева кубков, женщина чувственная, женщина, которая дает ему истинные женские энергии. Он, кстати, это понимает, но пока и вас держит в ограничениях, и сам как-то, знаете, пажик, вот почему вас держит, поиграться мальчику хочется. Тут, кстати, может мужчина помоложе проигрываться, и я говорю вам, повторюсь, то, что мужчина еще не прошел трансформацию. Хотеть-то он хочет вот по этой карте мира нового этапа, но он не знает, как это. Он пока вот играется, какой я великий и могучий, какой я хороший и красивый, а на самом-то деле вы королева, а он пажик, ваш приоритет сильнее. И вот мужчине постоянно хочется выяснить свою роль в этих отношениях, понимаете? Прощупать свою статусность, потому что что-то ему не дает до конца насладиться вот таким вот, вот этой вот картой маг, до конца насладиться, потому что он понимает, что вы-то все-таки без вас-то он все-таки по башне может вообще уехать не в те края в этой жизни и превратиться в ничто.